Bendito sea su patria que existe. Итак, сегодня у нас очень интересный вечер. Я честно скажу, что очень в предвкушении больших интересных впечатлений и эмоций, потому что сегодня, конечно, состав концерта очень яркий и очень редкий. Вообще такое сочетание таких солистов и артистов, это вообще, я думаю, большая мечта многих концертных залов России, ну и, соответственно, публики, которые ходят на концерты, потому что все эти солисты – это именитые музыканты с мировым международным именем, необыкновенные виртуозы и вообще очень глубокие по содержанию музыканты, и все они являются нашими друзьями. И это еще больше нас вдохновляет, когда мы слушаем их игру, и вот как сегодняшний вечер тоже предстоит быть очень интересно. Ну вот на предыдущих концертах вы уже смогли познакомиться с солистом Сочинской государственной филармонии. Это был предыдущий концерт, победитель многих международных конкурсов Денис Громов, фортепиано. Он тоже будет участвовать сегодня в концерте. Вот так же, как и его партнер, наш постоянный коллега, тоже победитель многих международных конкурсов, пианист Александр Петрович Осминин, который в этот раз еще помимо сольных выступлений участвует как педагог и также принимает участие в курсах наших дирижеров. Вот. А также, кроме этих двух потрясающих бездарных пианистов, сегодня в качестве скрипача перед нами будет выступать победитель многих международных конкурсов, в том числе имени Бетховена, имени Сарасата, имени Паганини, доцент Высшей школы музыки в Кёльне. И также мы очень рады, что Даниил вот уже 2 года работает вместе с нами в нашей мастерской скрипичного искусства. Вот, к сожалению, это получается не так регулярно из-за его интенсивной гастрольной деятельности. Вот, но тем не менее, все равно мы вместе и планируем наше будущее совместное по-прежнему вместе. И кроме того, у Данила еще за последний год прибавилась одна мечта, которую он, на мой взгляд, очень успешно уже воплощает и сделал огромные шаги к достижению этой цели – это дирижирование. Вот, и я очень верю в то, что, может быть, следующий сезон или следующий год нам удастся побывать на его концерте в качестве дирижера, а может быть даже наши солисты мастерской скрипичного искусства. Так получится, что они выступят вместе, это было бы большим-большим событием для нас всех. Итак, сегодня концерт делится на 2 части. Первая часть – это выступление Даниила Австриха в сопровождении фортепиано, на котором будет солировать Александр Осминин. И я позволю себе рассказать вкратце программу. Значит, откроет концерт соната Людвига ван Бетховена № 1, ля мажор. Интересно, что тут такое сочетание символичное, что вот это произведение Даниил исполнял как раз на конкурсе имени Бетховена, когда он выиграл первую премию. Это было 2005 год, 17 лет тому назад. И сейчас я поинтересовался, удавалось ли ему ранее вот этот промежуток. Нет, вот он тогда сыграл на конкурсе, это все было успешно, и потом с тех пор так получилось, что он больше не исполнял, поэтому сегодня мы такой услышим ремикс и воспоминания, еще связанные с тем временем, когда он выступал на конкурсе. Вот. Соната прозвучит в 3 частях, и я более не смею вас задерживать, приступим к приятному прослушиванию, и я рад пригласить на эту сцену наших солистов Александра Осминина и Даниила Австриха. Встречайте!
Thank you.
Thank you.
Александр Аскинин, Данил Астер. Следующее произведение, которое прозвучит в нашем концерте, это будет произведение Петра Ильича Чайковского «Размышления». Thank you.
Сегодняшнего концерта прозвучит концертная пьеса для скрипки и фортепиано Мариса Равеля «Цыганка».
сейчас перед началом второго отделения, я думаю, что небольшую 5-минутный перерыв не сделаем, но особо не расходитесь, чтобы нам не потерять вас. Буквально через 5 минут начнем второе отделение. Не 10, а 5. Концерта. Сегодня, как я уже говорил вам ранее, концерт у нас необычный. Слияние нескольких форм и разных жанров. Вы слышали и сонату Людвига ван Бетховена, и слышали две потрясающие яркие пьесы Чайковского и Равеля. Звучала скрипка, сольное сопровождение фортепиано, звучал камерный ансамбль. А сейчас вы услышите произведение, которое, если мне не изменяет память, по-моему, впервые исполняется здесь в Шипси. И это будет концерт для двух роялей в сопровождении оркестра. Но сегодня музыканты будут исполнять партию от оркестра самостоятельно. То есть будут играть и за оркестр, и одновременно свои сольные партии. И это будет потрясающий концерт Вольфганга Амадея Моцарта, номер 10, ми-моль-мажор. В трех частях. И я приглашаю на эту сцену наших солистов Александра Свинина и Дениса Громова. Встречайте! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Красминой и Немцовым. Браво!